Я не знаю, как начать это видео. Окей, понятно. Ясненько. Это одна из тех самых игр, да? Та самая. Если честно, вообще ничего про эту игру не знал, я ее абсолютно случайно... И вообще, это должно было быть видео про новогодние игры, но новогодних игр я особо не нашел в Steam, поэтому мы играем в это. И... И, видимо, я родился. Занятный факт. Именно так и появляются дети на свет. И ё-моё. Инста-демонетизация, найс. На Новый год Дед Мороз подарил мне демонетизацию. А вот так я примерно выглядел неделю назад, когда болел. Если это его нос. Я очень надеюсь, что это его нос. О, я тоже так умею. Давай, давай сольем наши силы. Давай сольем наши сопельные, сопельную мощь. Кого-нибудь здесь палить надо? Здесь есть цветочек в виде демонетизации, давайте попробуем его палить. Привет! Эй, там! Мне, наверное, как-то перелезть надо. Может, тебя подобрать? Палить? Ага. 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 Ну, давай тебя тоже польем, на, покушай сопель. Почему здесь все из пенисов и странных сопель? Даже грибы, даже мухоморы похожи на пенисы. Он улыбается. И он залез обратно. А ну вылезай, блядь. Вылезай, кому говорят. Обычный, абсолютно непримечательный день в Татарстане. Уля-ля. Привет, красотка. Я чемпион. Чемпион Татарстана по пусканию сопель. Ты только глянь на это. Я знаю только два способа впечатлить девушку. Это пустить много сопель и попробовать ее побить. Но даже побить ее не получается, она какая-то слишком мощная. И вообще ничего не впечатляет в этой жизни. Даже моя прекрасная задница. А задница-то у меня и правда неплохая. Есть еще один способ, возможно. Говорят, что девушки очень любят мухоморы. Знаешь, что я передумал? Я передумал, и вообще, я нетрадиционной сексуальной ориентации. Блин, я не хочу, чтобы она сожрала своим беззубым ртом вот этого вот парня. Ой! Прости, мужик, но кровь отлила от головы, я не могу сейчас нормально мыслить. Это было ошибкой. Тебе лучше сейчас не останавливаться. Я не собираюсь. Как отсюда уйти? Куда? Я не хочу находиться рядом. Почему она в огромный хинкаль превратилась? За что? Окей. Глазастые деревья. Я надеюсь, что это деревья. А я надеюсь, что это не... Я ни в чем уже не уверен. Даже у деревьев есть жопа в этой игре. Удивительно. Удивительный мир биологии. Дамы и господа. Так. А мне это что-то не нравится. По форме черепа это кого-то напоминает. Ты кто такой? What do you want with me, a bird and my bird eggs? Ты уверен, что ты птица? Ты уверен, что тебя не обманули? Держи немного сопелек. Оп. Ага. Oh, the juice is sliding down my big bird beak. Что происходит? Мне страшно. Я разбил яйцо! Нет! О, привет. Ты кто? Ты куда? Эй, стой! Ты так молод! Стоп, ты еще одно сделал? Окей, давайте его тоже заберем тогда. Я, видимо, несу это яйцо скормить этому хинкалю. Или, может быть, вам не хотите приобрести яйцо? Эй, старый друг, привет! У тебя все еще нет зубов, как круто. Держи, покушай яйцо. Какого хрена? Эй, делай что-нибудь. Эй,
Эй, сделай что-нибудь. Ёб твою мать, по сиське ударил. Сорян, пацаны, я не знал, что это ваши. Блин, ну делать-то нечего, придется пиздить сиськи. Получайте, груди, получайте. О нет, из них выходит что-то белое. Я очень надеюсь, что это не то, что я думаю. Получайте. Может, в щели надо еще сопель залить? Господи, как это все неправильно звучит. Получай! А. Ну, хотя бы так, слушайте. Какого хрена? Они стали родителями, ура! К сожалению, видимо, мне придется скормить вашего ребенка. Но они вроде не против. По сути, у них ребенок родился благодаря мне, то есть... Можно сказать, что я родитель. А еще можно сказать, что я плохой родитель. Твою мать, у нее... Привет! Эй! Ты как там? А по пузу? Ой, ему нравится. А еще раз по пузу. О, привет. Не бойся, малыш, с тобой все будет нормально. Ты проживешь полную жизнь. Ты проживешь интересную жизнь, полную приключений. Такой молодой и свежий. Ты сделал ее день. Я очень надеюсь, что нам за это перепадет, хотя я этого уже и не хочу. Если оставить только музыку и все вот это вот нарисованное, только текстуры, без сюжета и без поедания чужих детей, то в принципе да, это довольно... Это довольно милая игра. О нет. Ой, мужик, я не знаю, я умею только драться и... Мужик, сорян, я умею только драться и пускать сопли. Я не могу тебе ничем помочь. Великая Хинкалина требует жертв. Она требует подношений. Я работаю в Delivery Club, и я несу ей еды. Не переживай, скоро это все закончится. То, что ненасытная это такая, чё тебе... Кого ты еще сожрать хочешь? Может, ты вообще меня в конце решишь сожрать, а? О нет, кажется, я сам себе только что проспойлерил всю игру. Привет, привет, лягушка! На, получай по жопе получай по пузу. Как тебе, как настроение, как дела? А, братан, помнишь меня? Да, это я тот самый, который скормил твоего ребенка здоровым пельмени. Чё, как, нормально, нормально, да, окей, ладно, сейчас увидимся, давай покеда. Я знаю, что ты живое, и что ты можешь воспроизводить детей. Кто это сказал? Кто это был? Кто этот звук издал? Так, я знаю, что ты живой и умеешь воспроизводить детей. Мне всего лишь нужен ребенок твой, так что давай. Не сопротивляйся. Ну или можешь, в принципе, сам со мной пойти. Я не против. Сделай что-нибудь интересное. Это его глаз или его ребенок? Ах, в принципе, неважно, окей. Я всего лишь курьер. Моя работа доставлять. Делать так, чтобы наша королева была счастлива. Большой пельмень! Я снова здесь. Держи. Еще одно подношение. О нет, что-то происходит. Что-то точно происходит. Ever so wet. Так, ну я тебе вообще всех скормил уже. Я не знаю, кого тебе еще кормить. Ёб твою мать. Окей. Видимо, еще есть кого кормить. Хорошо, я пошел искать кого-то еще. Большая жопа! В натуре... О, а можно мне тоже? О нет. Прости, я не знал, что у тебя аллергия. Я не знал, что это так на тебя... О нет. Так, ну походу придется забирать вот этого белого, потому что он... Они видят... Не обзывайтесь! Они обзывают меня человеком с жопой! Но у вас... Нет! О нет, я не могу выдержать столько харассмента. Она сама за мной ходит! А, так вот,
Да, мы идем на каникулы. Да. Это будет самое незабываемое событие в твоей жизни. Самое лучшее путешествие. Знакомься. Да. Да, прям туда, прям. Ей, навсегда. Я могу сказать по поводу этой игры. Я думаю, это лучшая игра, чтобы закончить это десятилетие. Спасибо за то, что смотрите меня. С новым всех годом и God bless.